Видимо, я все же просчитался кое в чем. Эдди! Открой дверь! Я знаю, что ты там! Открывай! И почему именно в тот момент, когда в твоей жизни все прекрасно, к твоему горлу приставляют нож? Что ж, вот что я вам скажу. И я не позволю схватить себя. Мой сосед, видимо, открыл дверь, чтобы пожаловаться. Эдди, открой дверь! Даже с таким IQ, как у меня, можно просчитаться. Я что-то упустил. Я был близок к тому, чтобы оказывать влияние на весь мир. А теперь все, на что я могу оказать влияние, это тротуар. Области тьмы.